Всем привет! Меня зовут Калинина Наталья. Мне 30 лет, и я из города Минск. Я окончила 3 актерских школы. Актер.бай под руководством Игоря Сизова, Минская школа драматического искусства под руководством Олега Котца и актерская школа «Арт-рефлексия» под руководством Романа Шедловского. У меня есть опыт съемок в полнометражном кино, в эпизодах, а также в короткометражном кино. Я 3 года играю в частном театре. Также помимо актерства я увлекаюсь игрой на барабанной установке, а также кикбоксингом. Я буду очень рада сотрудничеству и я готова к любым экспериментам.